Поздравления с наступающим праздником пензенские женщины принимают от Зары, популярной певицы и заслуженной артистки России. Здравствуйте, дорогие. Мне очень приятно сегодня иметь возможность поздравить вас с самым прекрасным весенним праздником. Для меня 8 марта – это все-таки начало весны, когда мы, женщины, окружены заботой и вниманием. Со сцены она дарила женщинам только лучшее. Особо запомнилась лиричная композиция «Вальс» из советского кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка о любви у женщин всегда вызывает приятные эмоции и воспоминания, дала Заре и чувство надежды. На концерте были мамы участников специальной военной операции. Для них прозвучала баллада о матери. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Помимо выступления Зары, гости увидели танцевальные номера и песни в исполнении пензенских детских коллективов, посетил концерт и поздравил всех женщин с наступающим праздником губернатор региона Олег Мельниченко. Я хочу вам пожелать, конечно, чтобы вы всегда излучали вот эту прекрасную яркую красоту, чтобы доброта ваших сердец всегда растапливала любой лед, который образуется на нашем пути. Именно вы и только вы, и ради вас мы живем на этом свете. Дорогие наши дамы, с наступающим вас праздником, днем 8 марта. Еще одно поздравление от коллектива медиахолдинга «Экспресс». Эксклюзивное интервью с певицей Зарой. Его смотрите в субботу, 11 марта, в итоговом выпуске программы «События». Дорогие жители, женщины, Пензы, я хочу поздравить с наступающим праздником. Хочу, чтобы вы были любимы. Хочу, чтобы вы были желанны. Хочу, чтобы вы были счастливы. Чтобы рядом были с вами люди, которые бы вас ценили. Ну и, конечно, чтобы рядом был тот самый человек, который бы вас боготворил и баловал. С праздником, дорогие!